Весной завершился конкурс «Каспийск. Территория дружбы», который был организован женским клубом города, проектом движения «Матери России Республики Дагестан» и библиотечной системы имени Фазо Алиевой, отделом просвещения и председателем совета имамов Каспийска Мурадом Исмаиловым. По итогам отборочного этапа победу одержало творческое видео Ольги Мусанабиевой. В рамках награждения всем участницам были вручены сертификаты на совместную поездку по достопримечательностям республики. В минувшие выходные состоялось долгожданное путешествие. Отправной точкой стала Каспийская мечеть имени Саида Афанди. Далее кортеж с участниками, их семьями, организаторами, представителями духовенства во главе с Мурадом Исмаиловым отправились на первую локацию – пещера Нохо. Гости насладились атмосферой и рельефами скал, масштабность и вид которых завораживал взгляд даже самых юных путешественников. Приятным и экстремальным бонусом для одной из участниц Дианы Асанбековой стал долгожданный прыжок на тарзанке. Я просто мечтала, хотела. Ну, и решила, все супер. Спасибо большое нашему имаму. Это с его легкой руки и подачи. Вот я отправилась в такой прыжок великолепный. На всю жизнь запомню. Спасибо большое. Визитная карточка Дагестана Сулакский каньон стала следующей точкой путешествия, где гостей уже ждали сладкий стол, а также сказочный пейзаж. Небесно-голубая река Сулак, над которой гордо развивались горные орлы. Далее организаторы подготовили для каспийчан вкусный разнообразный обед. Также каждой семье представители духовенства подарили два тома книги Саида Афанди «История пророков». Запоминающимся моментом дня стала и прогулка на катере. Последней локацией был персиковый сад, где растет несколько сортов этого фрукта. Нежнейший аромат плодов и обилие зелени стало отличным завершением вечера. По окончанию встречи Мурад Исмаилов подарил каждой семье ящик свежих, сладких и сочных персиков.